совсем юбилья. Так, вот скамейки тоже. Скамейки наши чудесные. Вот такое есть место, и по всей длине его тоже оно сохраняется. Место для игрушек детских. И вообще эта скамейка она чудесная, потому что в нашей большой ванной пока ребенок играет или моется, он самостоятельно. Маша или папа могут посидеть на скамейке, там поделать себе какие-нибудь приятности для тела, для души. Ну и с книжкой, в конце концов, да? Разговаривай. Комната, мне кажется, получается очень таким приятным местом. Видишь, совсем немного, впереди монтаж освещения и кое-что еще. Да, мы еще важно поговорить. Так. Рамки розеток и выключателей из стекла. Практично по моей комнате. А по всей этой форме схожи с мозаикой на стенах. Светильники в зоне ванной не боятся влажности. Могут работать даже при полном погружении в воду. Стекло удара прочное, матовое. Никто не играет с тобой.